Максим рассказала правду о лечении. Певица Марина Абросимова Максим рассказала, что несколько раз могла умереть во время лечения коронавируса. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Максим госпитализировали с высокой температурой в середине июня после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус оказался отрицательным. В момент госпитализации в частную клинику поражение легких Максим составляло около 40%. Но ее состояние стремительно ухудшалось. Ее ввели в медикаментозную кому и перевели в больницу номер 52 в коммунарке. В начале августа певица пришла в себя. Позже ее выписали домой, где она проходит реабилитацию под присмотром врачей. 1 сентября Максим отвела дочь в школу. «Когда я пришла в себя, рассказывали, что дважды у меня останавливалось сердце», – заявила Максим.